и сейчас время, когда мы сосредоточимся на Божьем Слове. And now is the time that we're going to focus into the Word of God. Я прочитаю из третьего. I'll be reading from 3 John. Послание апостола Иоанна ко всем святым и верующим. To all those who are holy and believers. Буквально один текст. Just one scripture. Он обращает его на самом деле к одному своему другу. He points this actually to one of his friends. И он пишет буквально следующее. Возлюбленный, and he writes the following, dear friend, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. I pray that you may enjoy good health and all may go well with you, even as your soul is getting along well. Есть такие термины, которые в церкви воспринимаются неоднозначно. There are terms in the church that are taken in different contexts. Процветание. Prosperity. Это хорошо или плохо? Is it good or bad? Вроде как бы богословски мы смущаемся. Well, I guess biblically we become a little bit perplexed. А глядя в наши кошельки, никто не против. But to have bigger wallets, nobody's against that. Апостол здесь употребляет несколько другое определение. The apostle here, he uses a few different terms. И он говорит о его молитва, о том, чтобы его друзья and he talks about his prayer that his friends здравствовали may be well и преуспевали. And may be prosperous. Вот есть успех. Well, there's success. Кто-то знает, сколько успех это сколько? Does anybody know how much success is? А Иоанн говорит, я знаешь, о чем молюсь? John, he says, do you know what I pray for? Чтобы у тебя не просто был успех, not that you may only have success, а через верх. But that it may overflow. Преуспевание. That you may be a lot more successful. Может быть, в других наречиях это несколько по-другому звучит. Maybe in different translations it sounds a little bit different. Но мне в русском языке это так понятно. But in the Russian language, this is how I understand it. Конечно, святой Иоанн имел право молиться о том, что считал нужным. Of course, John had the right to pray about what was needed. А я хотел бы обратиться к святым наших дней. And I want to turn to the saints of our day. Есть здесь преуспевающие люди? Are there successful people here? Кроме Валентина, есть. Other than Valentine. А чем вы определяете успех? How do you measure success? Есть какое-то измерение? Is there some way to determine success? Термометр измеряет температуру. Is there a thermometer measures temperature? Мы на Урале вводили еще одну такую единицу измерения. Она называлась, я даже не знаю, как это перевести на английский, тут нет этого слова нигде, нуждометр. Actually, again, in Ural, we had another thing. Измеритель нужды. It's a thermometer of needs. It measured your needometer. Ну, что я имею в виду? What am I saying? Писание нам говорит, вы просите у Бога обо всем, что хотите. The scripture says, ask God about all that you want. А Бог даст вам только то, в чем вы имеете нужду. But God will give you only what you have need for. Поэтому вот ты просил вот столько, you can ask for this much, а получил столько. But you get this much. Вот то, что надо, это с точки зрения Божьего измерения, оно вошло в твою нужду. From God's point of view, what you needed came into то, что ты не получил, согласно Божьего нуждометра, наверное, тебе не надо. According to God's needometer, what you asked for did not fall into what he gave. Но я все же задаюсь этим главным вопросом. But I still ask this main question. Мы выросли в культуре скромности такой славянской. We grew up in this culture of humility in the Slavic community. По-гречески это называется альтруизм. In the Greek it's called altruism. Ну, вроде как бы отрешение от благ жизненных. It's kind of the step away from the good things in life. И это считалось, ну, правильно, достойно. And this seemed right and righteous. Времена меняются. Times are changing. И правда, на поверхности стоит вопрос. And still on the surface a question remains. Вопрос успешности. The question about success. Я, ты, как христианин, you, мы me, as a Christian, имеем право быть успешными. Do we have a right to be successful? Как бы ты ответил твоему другу?
How would you answer this question? Если мы имеем право быть успешными, то ты в данный момент успешен или на пути к успеху? If we have a right to be successful, are you successful or are you on the way to success? Или уже был успешным? Or maybe you were successful? Бывает такое, что был. Sometimes it happens that you were. А бывает такое, что будешь. And sometimes it's that you will be successful. Но самый главный вопрос, наверное, а как это определить? Is, это я для себя определяю, что я успешный? Или жена моя? Или соседи? Обо мне говорят, успешный? Или наоборот? Интересная тема, которую хотел бы все-таки в нескольких минутах развить. Потому что здесь ведь не только об этом говорит молитва святого Иоанна. Because John not only talks about this in the scripture, в книге Иисуса Навина. In Joshua, Господь обращается к человеку средних лет. God turns to a middle-aged man, с точки зрения нашего календаря. From our point of view, с точки зрения того еврейского, это был еще молодой человек. From the point of view of a Jewish calendar, he was a very older, younger man. И Господь говорит ему, him, обращая внимание на закон Моисея. Moses, вот важно, чтобы эта книга закона была перед твоими глазами. Изучай ее. Вникай в нее. Практикуй эту книгу. Если у тебя это получится, если будешь читать и практиковать, тогда знаешь, что будет? You know ты будешь успешен во всех твоих делах. Оказывается, христианству успешность не чужда. Оказывается, это не из области еретизма или чего-нибудь неправильного. Но понятно, что где-то в глубине души мы-то понимаем, что здесь жизнь коротенькая. Somewhere inside of us, we understand that life is short. И можно ее прожить, как получится. And you can live it how it turns out. Но ведь мы верующие люди знаем, but we, Christian people, где сокровища собирать, where to find treasure, где моль и ржа не съедает, where mold or anything else can eat it away. Иногда кажется здесь, ну нет у меня успешности. And it seems like that right now there is no success. Но зато там у меня есть. But there. И это вопрос. And it's a question. Потому что мне кажется, а можно, чтобы здесь ты был успешный? Because it seems, can I be successful here? И еще там было много всего. A lot of things there. А может быть по-другому, теоретически? Or maybe, it's reverse. Что и здесь не получилось. That here I don't have a lot. И там пустовато. And there it's kind of empty. Это же не обязательно, что здесь ничего нет, значит все там. Just because there's nothing here doesn't mean everything is there. Можно умудриться так прожить, что здесь пусто и там пусто. You can live a life that you'll have nothing here and nothing there. Так вот, я задаюсь вопросом. And so I ask a question. И сегодня наш разговор не про там. And today our conversation, хотя здесь есть прямое отношение. But there is a direct correlation. Но больше вопрос про здесь. Today we're going to be talking вот мы проживаем жизнь. We live a life. 15. 25, 40, 60. В 15 смотрят вперед. В 40 уже так, и туда, и уже назад, и вперед. В 60 уже как-то больше назад смотрится. Мы анализируем жизнь. И, может быть, честно говоря, в тайной комнате перед Библией, Богом, я не знаю, как это женщины ощущают. I don't know how women feel this. Ну, осмелюсь сказать от имени мужчин. But can I say this, from all men? Иногда мужчины разговаривают сами с собой. Sometimes men talk to themselves. В хорошем смысле этого слова. In a good sense. И разговаривая с собой, ты задаешь себе вопрос. And talking to yourself, you ask a question. А как-то все ли правильно? Is everything correct? Вот то, что надо было, я приобрел, делал, достиг, добрался или нет. Наверное, чтобы продолжать рассуждать на эту тему, все-таки важно с точки зрения священных писаний посмотреть более внимательно. А что такое успех? Вот как определить успешного человека?
Конечно, с точки зрения Бога. Of course, from the point of view of God. Я вспомнил одного интересного человека, I remembered a very interesting person, которого несколько служений до того мы обсуждали вместе. A few weeks ago we talked about together. У нас был в гостях Максим. We had in our presence Maxim. Он использовал много эпитетов разных. He uses very different examples. И с разных сторон рисовал нам картину драматизма судьбы Иосифа. He gave us a dramatic view of Joseph. Так вот, я почему заинтересовался Иосифом? And so why did I become so interested in Joseph? Потому что я обнаружил два текста. Because I found two texts. В Бытие. In Genesis. В 39 главе. Verse 39. В одном случае, когда Иосиф оказался в доме Потифара, when Joseph ended up in the home of Potiphar, там знаете, как описывается его жизнь? Do you know how they describe his life? И он был успешен and he was successful в делах. In his works. Через какое-то время, в определенных обстоятельствах, он оказался в тюрьме. According to some situation, sometime later, he ended up in prison. Парадоксально, удивительно. It's a paradox, it's amazing. Но Писание говорит, but the scriptures say, что Бог был с ним, that God was with him, Бог дал ему успех, God gave him success, и он был успешен. And he was successful. Вот нам Иосиф. Here's Joseph for us. В возрасте там лет 25, he was about 25 years old, в расцвете сил, in just his peak, и не кто-нибудь, and not just anybody, а Бог пишет здесь writes here, о том, что Иосиф был успешен. Joseph was successful. Так вот, если анализировать жизнь Иосифа, and so if you analyze the life of Joseph, ему посвящены где-то чуть больше 10 глав в Бытие. He's given about 10 chapters in Genesis. Это много. That's a lot. Жизнь для нас представлена, скажем так, в трех периодах. Life is given to us in three periods. Период, когда Иосиф был в замечательном детстве. There was a period when Joseph had an amazing childhood. Потом период, когда Иосиф оказался в драматизме раба и тюрьмы. There was a period when he ended up in slavery. И третий период, когда Иосиф был вторым по фараону, премьер-министром, значимым человеком. И когда мы смотрим на человека person, и пытаемся оценить его с нашей точки зрения, он успешный или неуспешный? Какой период времени впечатлителен? Знаете, что еще интересно? You know what else is interesting? О детстве, которое длилось лет там до 17. His childhood that lasted up to about 17. Написано полглавы. There's just half a chapter. О том периоде, когда он уже занимался, скажем так, служением Египту, премьер-министром, когда он был. The period that he was given to be the prime minister of Egypt. Тоже буквально глава две. Just about a chapter or two. Итак, глава 8. And about eight chapters описывают период рабства. Speaks of his slavery. Удивительно. It's amazing. Нам бы хотелось побольше узнать про романтическое детство. We'd like to find out more about his amazing про эти цветные одежки. About his colorful clothes. Как мы говорим, знаете, золотая молодежь. When we talk about the golden youth. Дети богатых родителей, которые себе ни в чем не отказывают. Kids of rich parents who can't say no to anything. Вот оно, счастье родиться в такой what семье. Is happiness to be тебе born 16, type of family. Новый Lexus, кваратам. Все хорошо. Everything's great. Это успех? Is that success? Ну, как бы, а почему нет? I guess, ну, а кто не хотел бы? Who wouldn't want that? Ну, вот удивительно, что как-то бегло это все прописано. It's very amazing that this is written so quickly. И кроме парадных одежек этих полосатых, особенно больше ни на что не акцентируется внимание. And other than just some colorful clothes, nothing else is mentioned in the scripture. И что там, с братьями проблемы междоусобицы? Потом Иосиф становится премьер-министром. And then Joseph becomes the prime minister. Первых 7 лет the first он собирал пшеницу. He was gathering wheat.
Следующих 7 лет он покупал египтян. He was buying the Egyptians. Если, скажем так, лет в 30, let's say at about the age of 30, Иосиф стал премьер-министром, Joseph became the prime minister. Вышел из тюрьмы. He came out of prison. 7 лет он собирал пшеницу. 7 years he gathered. Это 37. That's about 37. Потом еще 7 лет продавал. And then 7 years he sold. 44. 44. А во сколько он умер? What age did he die? В 110. Вы понимаете меня, кому в районе 50 и старше, ну, пенсионный возраст, как-то нужно подумать на те дни, чтобы всего как-то хватило, вроде лишнего не надо, но как-то более-менее хотелось бы. Ну, мне интересно было бы почитать, как там он жил, в 50, в 60, в 70, в 80. It would be interesting for me to read what he did at 50, 60, 70, 80. Седовласый мужчина. What he did с красивой бородой. With a beautiful beard. Верблюды, лошади. Animals, horses. Дача у воды. He had a lake house. Никакой нужды. He had no need. Ну, опишите нам, дайте почитать, понаслаждаться. Write something about this, please. Ну, это же разве не успешность? Is this not success? Прочитайте. Read. Полглавы об этом. Just half a chapter about this. Господь не утруждается даже вот это все описывать. God doesn't even bother writing. Между about какими this. Пальмами, в какой прохладе дня сидел Иосиф. Between some type of palm это вообще не интересно для Господа. This isn't even interesting for Jesus. Для чего Святой Дух, на что Святой Дух обратил внимание в жизни Иосифа и что детально описывалось? What did the Holy Spirit pay attention to in the life of Joseph and what did he write? А детально описывался драматизм его жизни. He was writing about the dramaticness of his life. И как мы видим в этом романтическом детстве, and as you see in this romantic childhood, вообще не отмечено про успешность. There is nothing said about success. От 45 и до. 45 and это приличный кусок времени и жизни. Big amount of time. Вообще ничего написано, nothing, ни одним словом. Престарелый, успешный человек. Вообще ничего. A man that is older and is successful. В какой период времени Святой Дух отмечает, что Иосиф был успешен? В какой период времени? At what point does the Holy Spirit tell us that Joseph was successful? Когда в первой части он был рабом Потифара и слугу. The first part when he was a slave to Potiphar. И он работал, что значит неограниченно во времени. And he worked is an undetermined amount of time. И отвечал за все. And he answered for everything. Не имея совершенно никаких преференций. He had absolutely no preferences. Потом определенный драматизм. And then again, another с женой twist. Потифара. Оказывается, в тюрьме. Ну и уже можно не мыться, не бриться, просто в депрессию впасть. Разве может здравомыслящему человеку прийти идея? В чужой земле. В рабстве. В тюрьме. По надуманному и несправедливому обвинению. Being accused unjustly. Срока сидеть в тюрьме не указано. It doesn't tell us how long he'll be in jail for. Разве можно предположить, что вдруг там is it able to assume that just right ты можешь рассчитывать на успех? You can count on success. Ну разве можно предположить? But can you predict that? Ну, если бы какой-нибудь проповедник пришел бы и проповедовал, что бы сказал Иосиф? Знаешь, пойди моим братьям попроповедуй. Когда папа верблюды делит. Ну, у них есть вариант на успех. Ты мне про успех говоришь? Так ниже некуда. О чем разговор? За что цепляться? На что рассчитывать? Какая мотивация для того, чтобы завтра проснуться? И вдруг удивительно. And all of a sudden, он что-то там предпринимает, делает из того, что можно. He takes some steps with what he has. Вот что-то нашел для себя делать. He found something to do for himself. И Господь с ним. And God is with him.
И Господь благословляет дела его рук, дает ему правильные мысли, которые он материализует в жизни. Если мы внимательно перечитаем еще раз эти тексты, то не Иосиф говорит о том, что он успешен. А знаете кто? Потифар, хозяин, смотрит на него и видит, вау, успешный человек. Надо же, как у него все. Не Иосиф оценивает свой собственный успех, а люди, которые рядом с ним. И во втором случае, когда он в тюрьме, удивительно, но тоже не Иосиф, проснулся и обнаружил. Так вот оно, так я успешный. Может быть, если бы журналисты спросили, или кто-нибудь, мы с тобой добрались бы до него, сказали, Иосиф, как чувствуешь? Ну что, наконец, успешен? Я смущаюсь, чтобы ответил Иосиф. Но начальник темницы увидел, что он успешен. Я хочу сделать несколько промежуточных выводов. Первый. Оказывается, комфорт и успех это не одно и то же. Комфорт, который мы для себя представляем, употреблю библейское слово, славянское, благополучие. Как это по-английски кто-то знает? Well-being. Prosperity. Prosperity. Вот тебе на... Мы старались это слово prosperity не употреблять, а оно... Так вот, друзья мои, сказать, что Иосиф был в комфорте... To say that Joseph was in comfort? Ну, наверное, Иосиф был в комфорте в доме папы. Maybe Joseph was comfortable at his dad's house. В какие-то периоды времени. At some periods of his life. Сказать, что Иосиф был комфортен. To say that he was comfortable. Наверное, от 50 и дальше. From 50 and later. Когда уже все текло тихонечко. When everything was just taken on its own. Но с точки зрения вечности. But in the view of eternity. Божьих предпосылок. In God's view. Это не отмечено никак. It's not measured in any way. А Бог отмечает жизнь своего раба. But God determines. Для Бога важно, чтобы язычники увидели, вот мой человек, и он успешен, потому что я с ним. Господи, я тебя не до конца понимаю. Но если ты со мной, почему я здесь? А можно, чтобы вот не здесь быть успешным? Can I be, если бы ты, here? Господи, меня спросил, что хочу я, if God, you asked me what I wanted, так мне не надо успех в доме Потифар. I don't need success in Potiphar's я бы выбрал house. Тихонечко у дома, в доме с папой и мамой. I would have picked to be quietly in my parents' house. Понимаете, о чем я говорю? Do you understand what I'm saying? Но его жизнью управляет Бог. But God is directing his life. И какие-то отрезки жизненные предлагают. И на страницах Святых Писаний отмечают нам успешного человека. И теперь этот же Бог спустя какое-то время приходит в жизнь Иисуса Навина и говорит ему, Иисус, у тебя есть шанс быть успешным. Есть условия. Если будешь вникать в это слово и будешь его исполнять и будешь благоразумно ходить перед Богом, ты будешь успешен. И теперь вопрос. And now there's a question. А ты правда хочешь быть успешным? Do you really want to be successful? В смысле Божьего успеха. In terms of God's success. У Бога есть очень много вариантов, обстоятельств и мест на земле, куда поместить тебя, чтобы окружающие увидели в тебе успех Бога. Это интересно.
Есть на Земле очень много обстоятельств. There are a lot of different circumstances on earth. В которое Бог может поместить тебя и меня, в больших делах и незначимых. Я вспоминаю нашу молодость, детство. Я помню, как жили наши родители. Мы жили в поселочке. И так более-менее друг друга знали. Некоторые из живущих в поселочке были штундисты. Остальные строили светлое будущее. Так вот, в школе нам объясняли, что светлое будущее может построиться быстрее, если эти трясуны не будут тормозить наш процесс стройки. Но проходило время. И у штундистов были большие семьи. И чаще всего мама оставалась с детьми. А мужики работали. И знаете, наши неверующие соседи как-то не могли понять нашу арифметику. У них двое детей. Особой нагрузки нет. Обои работают. Здесь один мужик работает. Семеро детей. Еще и машину купили. Еще и на огороде прибрано. Еще и дети прилично одеты. Ходят, здороваются по улице. Странные сектанты. Вроде баптисты-штундисты. Они много советуют. They become jealous. А как-то так вот у вас получается? How is it that you can accomplish? А у нас вроде бы все. But we have строителям everything. Коммунизма все без, телефон без очереди. The builders of communism, квартира без no очереди. Line to success. There is no line to а штундисты сами строили But себе дома. They built their им никто homes. Квартиры не давал. And nobody gave them any houses. Но живут в приличных домах. But they live in great homes. Не в хрущевских льготах. They don't live in some ghetto. И как бы вот старшее поколение меня понимает. Может быть, нашим родителям и было непросто. Иногда даже трудно было. Но соседи, осматриваясь по сторонам, они видели успех. Они видели успех. Павел говорит, мы ничего не имеем, но всем обладаем. Мы ничего не имеем, но многих благословляем. Это удивительная и уникальная жизнь. Ты в рабстве у богатейшего человека. И у тебя пустые карманы. И у тебя ничего нет. Даже внятного образования нет. И вдруг ты благословляешь его дом, благословляешь его бизнес. Благодаря тебе у него идет успех. И он это видит, не ты, он видит. Так благодаря таким людям, как вы, мы живем. Пока еще все хорошо у нас. Это удивительно, друзья мои. Мы говорим об успехе. С точки зрения Бога. From the point of view of God. Жизнь, она такая контрастная. Life, it's very contrasting. Я о чем думаю, друзья мои? And what do I think about? Скорее всего, никто из нас где-то не будет в подобных ситуациях, как Иосиф. I don't think any of us will be in similar situations as Joseph. Хотя, кто знает? But who knows? Но вопрос в другом. But the question is to something else. Мы живем в миру, we live in a world, где очень много мрака. There is a lot of problems. Где очень много нечестия. There is a lot of unrighteousness. В миру, in the world, который нуждается в соли. Who is in need of light. В миру, мрачном, темном. In a dark world,
который нуждается в откровении сынов Бога. That is in need of a revelation of the sons of God. И это такая уникальная вещь. And it's such a unique thing. Откровение, которое Бог вкладывает в твое сердце. A revelation that God places in your heart. И ты приходишь среди них. And you come before them. И ты особенно ничем не отличаешься. And you don't look any different. Но у тебя внутри есть богатство и сокровище. У тебя внутри есть посланничество от Бога. Слово Бога внутри. Жизнь Бога внутри. Господь дает созидание. Бог дает успех. Бог дает устройство. И ты, в общем, внешне, в таком же костюмчике, в таких же штанишках, приходишь на таком же велосипедике, в это же общество. И если встречать по одежке, то ты ничем не впечатляешь. Но общаясь с тобой, вдруг люди обнаруживают. Подожди, присядь. Расскажи. Поговори со мной. У тебя что-то есть. Ты необычный. Ты не как все. Ты немного странный. Но мне с тобой интересно. Я тебя боюсь. Я не хочу с тобой связываться. Мне не надо твоя секта. Но я не могу от тебя отстать. Расскажи мне о Боге. Только чтобы никто не знал. Помолись за меня. А можешь с детьми поговорить? Только чтобы никто не знал. Приди еще раз в мой дом. Помолись за мою семью. Послужи моим детям. Благослови моих родителей. Это приватно. Я не хотел бы, чтобы о этом знали. Но мой дом открыт. Приди еще. У тебя что-то есть. You have something. А что есть? What is it? А чем мы богаты? What are we rich in? Есть какое-то глубокое содержание. Аминь. There is one thing that это is есть. Foundation. Это богатство есть. It is a richness. Оно в Боге. It is in God. И Бог им делится. And God shares it. И это успех. And this is success. Это успешность. This is success. Когда внутри тебя открываются Божьи источники. When inside of you, вокруг пустыня, the wells of living water are opening up, а отсюда жизнь. Непонятно откуда жизнь. People don't know where it's coming from, вокруг мгла и темнота. In the midst of darkness. И горит свеча, огонек, свет. And there's a light, there's откуда a candle, горишь? Где энергию берешь? Невозможно. Спросите у дедушек, которые были в тюрьмах, когда выживали, умирали, клялись каждый день. И среди зэков находились верующие люди в Бога. Бог давал невероятную благодать жить. Некое внутреннее благодатное утешение. Не только для себя, а еще и их благословить. Кто-нибудь рядом говорит, да у меня нет энергии встать с кровати. Мне легче умереть, чем жить. А ты встал. Ты живешь, дышишь. Ты еще других тащишь жить. Откуда у тебя это? Это сверхъестественно. Это то, что от Бога. Это то, чем ты живешь. Аминь. У нас нет времени прочитывать всю главу. Я хотел бы буквально несколько шагов. Как к этому прийти? Я хотел бы посмотреть на судьбу другого человека. Мы тоже хорошо его знаем, поэтому я бегло. Это Гедеон. Об этом написано в Судьях. Приходит ангел Божий Гедеон. И фактически Господь с ним разговаривает. Господь ему говорит, Гедеон, человек Божий, муж сильный. Естественно, со стороны Гедеона сразу протест. Как у нас почти всегда. В смысле, я? Says, так я не поющий, не говорящий, не пророчествующий. Sing, да нет, ты меня с кем-то попутал, я нет. Вы не удивите Бога. Бог уже с такими парнями, как ты, встречался. Like you. You один из них — это Гедеон. And one of them is Gideon. То
только Бог пришел, только сказал одну фразу, со стороны Гедеона в отказ 15. Он маму вспомнил, бабушку вспомнил, деревню вспомнил, родственников и соседей, всех вспомнил, чтобы объяснить Богу, почему не я. Бог это все пропустил и дальше. Гедеон, так вот, с этой твоей силой right now, with your strength, ты должен преодолеть врага. You have to defeat the enemy. Гедеон снова там. Gideon again. Господь дальше. God continues. И вдруг Гедеон начинает понимать, что а это непросто. And so he begins знаете, приходит прозрение по ходу дела. There comes a realization about это у нас так бывает. Sometimes this парень девушке делает предложение. A guy makes a proposal. Выходи за меня замуж. Marry me. Она говорит, можно подумать? She says, can I think about it? 3 минуты. 3 minutes. Она ему сказала нет. She says no. Он прибегает к пастору, к маме. He comes to the pastor, mom. Вау, меня не любят, мне отказывают. Nobody loves me, they're saying no to me. Бог Гедеона целый день уговаривал. God was trying и пару чудес ему показал. The whole day а ты пришел к барышне и хочешь, чтобы она за 2 минуты and тебе да сказала. You came to a girl and you want her to say yes in a few minutes? Ну так не делается. You can't do that. Ну, покажи пару чудес ей. Show her. Удиви. Impress her. Так вот, друзья, снова к нашей истории. И когда Гедеон почувствовал, что здесь Бог, в этом Бог, реакция Гедеона. The reaction of Gideon. Вот тут же, где он сидит, right there, where he's sitting, вот в тех же обстоятельствах, right in those circumstances, у него даже не пришло в голову, чтобы прибраться дома. He didn't even think about cleaning his house. Ну, мы обычно как, прибираемся? We normally clean. И это нормально. And it's normal. И что-нибудь накрываем на стол. And sometimes we put something on the table. Гедеон понимал, что прибираться времени нет. Gideon understood that there's no но есть святое. Time to clean, but there is надо holy. Почтить Божьего посланника. You must respect поэтому the он его убеждает. Ты задержись, пожалуйста. He says, listen, you stay for и я приготовлю все. And I'll prepare everything в честь гостей. In honor of the guests. Хорошо. Okay. Гедеон пошел приготовить. He went and he got ready. И знаете, что удивительно? And you know what's amazing? Он назвал это место Шалом, Господь мир. God is peace. И он возложил на камень жертву, и вышел огонь из камня, и пожрал жертву. То есть Господь сверхъестественно себя продемонстрировал. Это было место Божьего присутствия и Божьей святости. И подумайте только, если уже Бог пришел, если слава Божья накрыла это место, вот в районе квадратных, скажем так, несколько километров, разве могло там оказаться что-то нечистым? Но когда слава Божья ушла, left, и все стало тихо, quiet, и Бог разговаривает с Гедеоном, Gideon, говорит, а теперь послушай меня. Says, две вещи, которых ты должен сделать. Первое. First, набери порядок, наведи порядок. Сруби дерево. Разрушь языческий жертвенник. Все вот это уничтожь. И обязательно пустота не должна присутствовать. Не должна присутствовать. Ты должен построить жертвенник Господу и принести жертву Богу. И Господь удалился. И теперь Гедеон остался перед выбором. Так вот, смотрите, друзья, что первое? Чтобы продолжать все разговоры и выстраивать отношения с Богом, трудно выстраивать отношения с Богом, если ты его не знаешь. Поэтому я задаю первый вопрос тебе. Дружище, а ты с ним встречался? Ты скажешь, не знаю. Я тебе подскажу. Наверное, тогда не встречался. Потому что если бы ты встретился, him, ты бы не сказал бы «не знаю». Said, я в Писаниях встречаю огромное количество людей, которые с ним встречались. Может быть, они даже делали глупые вещи. Женщина разбила алабастровый сосуд. A woman had broken, и все это вылило на него. Другие крутили у виска.
This is not smart at all. Может быть, too much. Maybe it's too much. А она не могла по-другому. But she couldn't do it. Потому что сердце разрывалось от счастья. Because her heart was breaking. Она готова была ему, для него, все отдать. For him, for everything. Это встреча с Богом. With God. Апостол Павел будет вспоминать, Paul, когда я с ним встретился. When I met with him. Я был успешный в земном измерении. У меня было все в порядке. У меня была нормальная перспектива. Но в его свете я посмотрел, что все мои ценности, они достойны мусорного ведра. Это гарбич. Ничего не стоит. В сравнении с ним, я все, что было у меня, почитал, почел, посчитал, мусором. Все бросил и пошел за ним. Это встреча. Гедеон. Когда встретился с ним. Что было рядом. Теленок так теленок. Но он его взял. Он его приготовил. Понимаете, Господь создал нашу душу так, что когда у нас есть положительный порыв эмоций, это любовь. И любовь, она действенна. Она активна. Она реагирует. Она дает. Если ты почувствовал Его любовь, и она зацепила тебя, то ты сотворен по образу Бога. И внутри тебя открывается источник для Бога. Это любовь. Я не глубокий специалист в любви с точки зрения психологии. Буквально пару вещей с точки зрения философии. Писание говорит, Бог есть любовь. Правильно это или нет? Correct, right? А как можно вот проверить любовь? Вот Инну спросить, Ин, Виктор любит? Inna, does Victor love you? А как ты объяснишь? How can you explain this? На свадьбе говорил. On the wedding, he said. Ну, это как бы да, но yeah, that's what he said. Это демонстрация. It's a demonstration. Любовь, она действует. Love acts. И знаете, вот с Богом интересно ведь. Нам трудно познать Бога. It's interesting to know God. Иногда к нам в двери стучатся эгоисты. Sometimes, egoists knock on the door. И говорят, ты неправильно веришь. They say, you don't believe correctly. Почему? Why? Ты веришь в Троицу. You believe in the Trinity. А Бог един. But God is one. Некоторые закрывают двери, чтобы не разговаривать. Some people close the doors not to talk to them. Я вам предложу один вариант разговора с ним. I'll give you one option. Коротенький. To talk to them. Just short. Я обычно спрашиваю. I normally ask, Бог Иегова? Is God Jehovah? Да. Yes. А Он любовь? Is he love? Он любит? Да. Yes. Я говорю, а кого? Who does he love? В смысле, людей. Я говорю, а, окей, хорошо. А Бог всегда был любовью? So, okay, has God always been love? Ну да. Yes. А до сотворения людей? How about before the creation of Бог people? Кого-то любил? Did God love someone? До сотворения мира before the creation Бог был? Of the world, God was there. А Он любил? But did he love? А кого? Who? Сам себя? Did he love himself? Нехорошо смотрится. Doesn't look very good. Это не любовь. That's not love. Но любить себя, правильно? To love yourself. Поэтому если считать, что Бог любит, то Он должен был кого-то любить. If you have to account that God loves, He had to love Поэтому someone. Если бы в божестве so here in Бог один, God is one, то Он не любовь. Then he is not love. Если двое, If there's two, тоже неправильно. That's not right. Вариантов нет. There's not many options. Трое. Three. Любовь в Троице. The love of the Trinity. Я понимаю, что это глубоко, философски. I think this is a little deep and но я пытаюсь объяснить по-человечески. But I want to explain this почему эгоисты не правы? Why they're not correct. Потому что трудно воспринять Бога любви, Because it's hard to который един take the God of love, that's one. В своей сущности. In our understanding. Он не мог быть любовью. He couldn't be love. Потому что для любви, для реализации любви нужен объект. For the realization of love, there has to be someone Поэтому уникально, но Бог для нас представлен. It's трудно объяснить по-человечески, unique. Но Он тройственен, един в трех. But it's hard for us to understand that на небесах мы до конца узнаем. There's three. We'll understand this in heaven. Так вот, друзья, And so, friends,
Мы сотворены по образу Бога. Бог дал нам дыхание жизни. Внутри нас есть способность, свойство реагировать. Нам необходим объект любви. И в данном случае объект любви — это Бог. Вседержитель, владыка и Иегова, Господь господствующих, Царь царствующий. Поэтому, когда Гедеон с ним встретился, он говорит, все, он ему надо отреагировать. Ты, пожалуйста, задержись, ангел Бога, задержись, я пойду и возьму. Господь принял жертву, да. Знаете, в чем мог ошибиться Гедеон? Пришел бы к нему пророк и сказал бы, Гедеон, нехорошо, что вот это язычество у тебя дома. Нельзя служить Богу и Ваалу. Освободись от идолов. А знаете, как мог ответить Гедеон? Ты меня учишь? Со мной Бог разговаривал. Я ему жертву принес. Огонь сошел. Бог принял жертву. Вот этот вал стоял, и вот это дерево росло, и Бог принимал жертву. Ничего страшного. Здесь можно ошибиться, вы слышите меня? Когда Бог приходит в твою жизнь, и твоя первая встреча с Богом, ты можешь быть обкуренный, ты можешь быть вмазанный, ты можешь находиться в состоянии греха в свином, не у свиного корыта, а в свином корыте. Господней благодати настолько много, что Он склонится к тебе, в твое свиное корыто, и будет смотреть в твои глаза. Ему не противно смотреть в твое нечестие. Ему не противно служить тебе, грешнику. Потому что его идея вытащить тебя оттуда. И он вдохнет свою благодать. И он прикоснется к тебе. И он воскресит тебя к жизни. И он обновит твою страсть к Богу. Но, дружище, надо потом что-то менять. Если ты правда пережил Бога, то ты не сможешь, чтобы на твоем огороде был жертвенник Господу и храм, и жертвенник Ваалу. Это невозможно. В момент встречи твоей с Господом возможно. Но в момент твоей жизни обязательно Слово Бога придет в твою жизнь. Обязательно Дух Святой будет говорить с тобой. Обязательно Бог тебе укажет, повырубай все языческие деревья, поубирай из твоей жизни все идолы. Они мешают тебе достичь успеха. Они помешают тебе, чтобы в тебе выразился Господь. Тебе нужно что-то радикально поменять и обязательно сделать жертвенник Господу, чтобы было место твоей встречи с Богом. Я хочу подвести итог, друзья. Через минуту-другую мы будем молиться. Крайне важно тебе встретиться с Господом. Крайне важно. Никодим спрашивает его, а можно каким-то образом? А Христос говорит, нет. Если не родишься свыше, уже смысла разговаривать обо всем остальном нет. Но если правда произошла встреча с Богом, если правда ты помнишь тот день, у меня вопрос, а что сейчас? Проверь твой огород. Посмотри твою жизнь. И я встречаю здесь две проблемы. Я встречаю некоторых людей, которые как-то там и этого догончика держат в уголочке, и пару идолов, которым поклоняются, и как бы Господу пару минут времени уделяют. Это такая грустноватенькая жизнь. Тебе кажется, что все окей?
А твои дети смотрят на твою жизнь, и их не впечатляет твое христианство. А им неинтересно. Тебе кажется, ты умылся, побрился, одел галстучек, все нормально, народ, все хорошо. Но те, кто рядом с тобой, они смотрят. Ты успешен в Боге или нет? И они видят, что ты в Боге не успешен. Не видно успех. Потому что он должен быть. И в какой-то момент ты сам устаешь. И ты долго не можешь играть эту роль. И в какой-то момент ты сам устанешь играть и жить в этой двойной жизни. И что дальше? И я тебе сейчас говорю на основании Слова Бога. Сделай ревизию. В твоем доме, в твоей жизни. Аудит в твоих ценностях. Проверь, что левое, что лишнее, что мешает, что не нужно. Повырубуй, повычищай, поубирай. Поставь жертвенник на главное центральное место твоей жизни, чтобы слава Божья приходила. Я встречаю еще одну ошибку людей. Они разделались со своим прошлым. Они говорят, я приличный человек. Не пью, не курю, не ругаюсь матом. Жену не обижаю. А я говорю, дружище, а жертвенник Господу на месте? А огонь и слава Божья есть? Говорит, нет, подожди, я ничего плохого не делаю. Я вспоминаю историю Иисуса. Когда дом выметен, когда бесы выгнаны, дом приличный, но пустой. Жертвенники вырублены. Исповедания и очищения прошли. Дурных привычек нету. Все в порядке. Тебя никто не упрекнет за твою жизнь, за твою речь, за твое отношение к детям, к жене, к соседям. Никто не упрекнет. Но это еще не успех. Это еще не там, где ты должен быть. Потому что с точки зрения этой истории и с точки зрения комментария Иисуса Христа, когда эти товарищи погуляли везде, и потом подумали, а ну-ка мы пойдем проверим там, где мы раньше были. Как там дела? Пришли и знаешь, что обнаружили? Обнаружили очень приличного человека. Очень интеллигентного человека. Он красиво живет. Со всеми здоровается, всем улыбается. Все нормально. Только знаешь, какая проблема? Жертвенника Господу нет. Огня Божьего нет. Слава Божья не приходит и наполняет. Эти товарищи через все щели. И Христос говорит, знаешь, что бывает? Последнее хуже первого. И вот это обидно в христианстве. Потому что мы видели, как невероятным образом Господь спасал людей. Сколько благодати Божьей было явлено в твоей жизни. Как Господь потрудился над тобой. И роса была на шерсти, и роса была на траве. И на все твои знамения Господь давал ответ. И огонь приходил с неба, и огонь приходил из жертвенника. И ты восторгался Божьей славой. И ты поубирал все жертвенники. И вырубил все языческие деревья. И убрал все идолы. Но в центре твоей жизни и твоего сердца ты так и не воссоздал жертвенник Господа. Так и не почтил Господа твоей жертвой и твоим преклонением пред Богом. Времена меняются. И когда пришел злой день, и когда атаки тьмы пришли в твою жизнь, ты сам не справился. Потому что ты сам никогда не справишься. Мы с тобой без Него не справимся. Если Его жертвенника не будет среди нас, в твоей жизни, в твоей семье, в твоем доме, у нас шансов очень мало. Это просто дело времени и дело случая. Основа успех.
жертвенник Господу, и твое смиренное и сокрушенное сердце, трепещущее перед Господом, чтущее Бога и поклоняющееся Господу. Давайте мы поднимемся для молитвы. И сейчас может быть время для того, чтобы мы пару минут постояли в Его присутствии. Ты и Господь, ангел Божий у твоих дверей, у порога твоего сердца, чтобы ты обратил внимание на себя и посмотрел, как у тебя все. Можешь ли ты считать себя успешным с точки зрения Бога? Бог ведет тебя. Смотрите, как о Давиде сказано. Давид послужил изволению Бога и ушел к своим отцам. То есть Давид выполнил поручение Бога. И во время выполнения поручения было не все просто, было не все легко, но успех в его жизни зависел от результата выполнения воли Божьей. Ты сейчас в процессе? Твои рукава закачаны? Твои руки держат плуг Господень? Ты занят работой Бога? Жертвенник строится? Или нет? От этого зависит твой успех. Но еще раз говорю, друзья, Божий призыв очень уникален. У Него есть дело до каждого из нас. Для каждого из нас. И каждому из нас Он сделал свое предложение. И каждый из нас, мы с тобой пришли к Нему. И глядя в твои глаза, Он говорит тебе: у меня есть для тебя дело. Задание, которое ты должен сделать в определенное время, в определенных обстоятельствах, несмотря ни на кого. Ты должен заниматься моим делом, и ты должен его выполнить так, чтобы твой успех или Божий успех в тебе был очевиден для окружающих. И они подчеркнут, что ты успешный человек. Святой, но успешный. Божий, но успешный. Не необычный, не нормальный немного, но успешный. Потому что Бог с тобой. Давайте помолимся. Господь, дорогой, мы пред тобой.